Я вынужден пропустить несколько вопросов, потому что некоторые встречные комментарии длиннее самих ответов. Раби Каханы, как уже упомянул профессор Дершевиц, вы хвалили так называемых еврейских террористов за их нападение на невинных арабов. Разве это не опасные люди? И как вы можете мириться с этим беззаконием, которое угрожает Израилю анархией? Я всегда говорил, что это трагедия, что эти евреи берут закон в свои руки. Это должно быть задачей израильского правительства – делать подобное. Вы знаете, что это значит жить в Израиле. Когда каждый день автобусы забрасывают камнями. Сегодня подобных инцидентов так много, что уже не обо всех сообщают газеты. Что нам делать? Евреи живут в поселениях, их жены и дети живут в поселениях. Что нам остается делать, когда правительство расписалось в несостоятельности? Когда с одной стороны на правительство давят американцы, а с другой — собственная вина и страхи. Они не террористы, они герои. То, что сегодня говорят о них, 35 лет назад говорили о Менахеме Бегине, Иргуне и группе Штерна. И я помню, как однажды Менахем Бегин в качестве возмездия за казнь бойцов Иргуна повесил двух британских сержантов. И я помню, что тогда началось. Фашист, террорист, убийца. Но после этого ни одного бойца Иргуна уже не казнили.